Всем привет, ребятки. Ну что ж, сегодня, как всегда, в понедельник открываю паки, которые дают за старые какие-то события и за предзаказ. Наверное, за предзаказ что-то будет, либо раньше. В понедельник обычно хорошие паки. Но тем не менее. Плюс расскажу, как я играл в Weekend League. Ну что здесь будет? А, Джани, ничего хорошего не будет. Короче, решил сыграть в воскресенье. Там было проще вроде как играть, а я ж второй раз играю, не зная о всех проблемах турнира Weekend League. Ну и увидел первую проблему турнира Weekend League. Дисконнект. Не дисконнект в плане, что разъединился, там вылетел или еще что-то. Нет. Проблема была в том, что у меня игра тупила. То есть у меня какие-то проблемы были с инетом. Либо с серверами, уяшником, что здесь... О, Роналдо. Нет, ПП, я даже не знаю, кто это. Я его брал в пицце, кстати. Покупал для СБЧ. По дешевке. Самый дешевый ПП, наверное, в игре. Но, тем не менее, нормально. И я не смог играть, короче, в Weekend League. У меня игра зависает, у меня игра лагает. Я отдаю пас, 3 секунды он отдает. Я не успеваю переключиться на игрока. Либо игра подвисает, не мяч занесут. То есть мяч центра поля, игра подвисла. Отвисла, не мяч заносит. Фигня, короче, полная. Так я нашкреб 8 побед. Но там не все были дисконнекты. Там плохой НН, да? Там были матчи нормальные, но... Там 60-70% матчей, которых я играл, это пипец был. Просто. То есть мог бы, наверное, снова сделать 11, в итоге сделал 8. Матчей 13-14 было с нормальным коннектом, остальные дисконнектом. Ну, в начале были нормальные матчи, в конце были нормальные матчи. Но это уже пришлось ночью играть. Стука. Что у нас здесь? Ничего хорошего. Что я понял? Я буду играть... 3 дня в эту Weekend League, ну его нафиг, потому что удовольствия на самом деле я никакого не получил. То есть, если первый турнир я играл, да, проиграл, там 8-0 влетел, 7-2, там еще как-то, но я получал удовольствие именно от самой игры. Здесь же, блин, когда ты проигрываешь стопу, который слабее тебя из-за дисконнекта, из-за задержек, блин, это начинает бесить. О, что-то интересное будет. Варди. У меня, кстати, уже есть 2 Варди. Одного купил, другого собрал. Это третий. Не повторяйте мои ошибки. Играйте, когда игра дается. Вот зашли в пятницу, да, есть время. В пятницу сыграли. Да, сопы сильные, хотя бы удовольствие получить. Потому что... Последний день, если будет, как у меня, тупить игра, ну его нафиг. То ли мой интернет, то ли серваки, не знаю. Что-то там тупило. Я задолбался, если честно. Не выспался из-за этого турнира. Потому что жалко было 2000 очков, которых в прошлом турнире получил. Этот открыл, но бы вообще не открывал, если такая фигня будет. Играть надо 3 дня. Последний пак или что там у нас? А, это за который за предзаказ. Что-то будет интересно. Хамшик, наверное. По-любому хамшик. Вратарь. А кто это? Мублок. Блин, а сколько он стоит-то? Мне, кстати, везет на вратарей, на самом деле. И, кстати, 3 моих вратаря, которых я получал, были вот из этих паков за предзаказ. То есть, 8-8 Куртуа, 8-8 Эдерсон и 91-й Облак. И еще 1.87 плюс мне выпал, даже 8.5, наверное, плюс. Тоже в понедельник, кстати, но и за соревнования составов Дебрюйны, скажем так. Так что вот так вот. Понедельник лучшие паки для меня. 3.88 плюс упали. Кстати, играл один матч в турнире против Алисона. Тащил все, скотина такая. Реально, я не знаю. Мой Эдерсон не тащит, а этот реально все вытаскивал, то, что я бил.
Может, он какой-то имба, может, они его подтянули статы, потому что он лучший вратарь этого сезона Лиги Чемпионов, получил трофей Яшина как лучший вратарь, но тем не менее. И, кстати, когда играете турнир, обязательно берите вратаря 8-го любого. Потому что, да, 87 вратарь не тащит, не знаю, с чем связано. Но они дырки редкостные, так что потратите лучше 30-40 тысяч, но, поверьте, результат будет лучше. Ну, по крайней мере, по моему опыту. 8-е тащат 8-7, мне кажется, нет, или 8-6. Пока. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Саба-з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 аба